Первое финансирование пошло, первые 120 тысяч евро получила компания буквально на днях. Мы одни из первых республики, кто, скажем, вовремя все предоставляет и получает финансирование. За Флорешками мы идем, они получили уже месяц назад, мы сейчас получаем первый год. Это очень важный проект, и я прошу, чтобы он был реализован в полном объеме, в строгом соответствии с контрактными условиями, потому что после этого мы можем начать аналогичный проект, но уже Камрадского и Конерского районах.